В зоопарк Буэнос-Айреса прибыли две бенгальские тигрицы, чтобы породниться со своим белым сородичем по кличке Риана. Он родился в этих стенах и пока вел холостяцкую жизнь. Теперь, как считают сотрудники зоопарка, белый тигр готов стать отцом. Его будущих спутниц зовут Индра и Майя. Они прибыли в наш зоопарк, чтобы спариться с самцом Риана, который родился в зоопарке Буэнос-Айреса 7 лет назад. Это белый самец. Самки имеют оранжевый окрас, но у них есть белые рецессивные гены. Поэтому существует высокая вероятность того, что в помете будут белые тигрята или оранжевые с белыми рецессивными генами. Биолог надеется, что уже в ближайшее время в зоопарке появится очаровательное пополнение. Как правило, в помете бывает от 3 до 5, обычно 4 или 5 детенышей, но мы увидим, когда придет время. Животные спокойны, и это хорошо. Посмотрим, как они поладят с новым другом. Белый тигр – это тот же бенгальский тигр, только с врожденной мутацией. Он не является альбиносом, поскольку на его шкуре сохраняются черные полосы, а глаза – голубые, а не красные. Такая окраска обусловлена наличием рецессивных генов. В настоящее время белые тигры существуют только в неволе. Все они – потомки одного тигра-самца, найденного охотником в 1951 году. Из-за близкого родства белые тигряты часто рождаются с генетическими дефектами, однако зоопарки ценят их за привлекательную внешность.